Снежные шапки и сосульки, свисающие с кровель, вновь стали для жителей поводом посмотреть наверх, а для ответственных лиц пересмотреть ранее утвержденный график работ. Есть поручение главы города, что в кратчайшие сроки, невзирая вот на графики, обеспечить безопасность в первую очередь жителей. То есть на первом месте сейчас стоит уборка вот наледей и снежных шапок с кровель, чтобы избежать падения возможного схода и, соответственно, травмирования людей. Итого в городе почти 1300 опасных кровель, которые предстоит очистить в ускоренном темпе. Из них больше половины управляющие компании уже обезвредили. Продолжаются работы и во дворах. Сегодня задействовано больше 1000 дворников и 80 единиц снегоуборочной техники. В мэрии подчеркнули, что по вопросам уборки придомовой территории и кровель жильцы могут обращаться в управляющие компании и ТСЖ. Управляющие организации несут за это полную ответственность. Во-первых, это как административная, в том числе лицензионная ответственность. Это штрафы за нарушение правил лицензионной деятельности от 250 тысяч рублей. Это статья 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. И, соответственно, это вплоть до лишения лицензии по работе, по управлению многоквартирными домами. А если от бездействия ответственных лиц кто-то пострадает, заверяют в мэрии, на управляшку могут завести и уголовное дело. Анна Рашагирова, «День с толком».